В минувшие выходные Республика Молдова отметила 69-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Эту дату отметили широко, с размахом и в одностороннем порядке. Представители власти проигнорировали день освобождения Молдовы от фашизма. Торжественные мероприятия стартовали на мемориальном комплексе «Вечность», где сотни кишиневцев и представители партии коммунистов возложили цветы к вечному огню. Основные праздничные события состоялись на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», откуда в апреле 1944 года вторым и третьим украинскими фронтами Красной Армии была начата операция по освобождению Кишинева. Город Кишинев имел огромное стратегическое значение в том смысле, что фашисты упорно обороняли этот плацдарм. Они, как говорится, боялись того, что именно с освобождением Кишинева будут открыты дороги на Бухарест и страны Юго-Восточной Европы. Шерпенский плацдарм сыграл огромную роль в Яско-Кишиневской операции. Немецкое командование считало, что советские войска будут именно с Шерпенского плацдарма наступать на Кишинев. И здесь, на этом участке, немцы создали сильный укрепрайон, и основные войска сосредоточили на этом участке. Шли тяжелые бои. По уточненным данным Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, в период боевых действий на Шерпенско-Пугаченском плацдарме с апреля по август 1944 года погибло и пропало без вести более 11 тысяч советских военнослужащих. А всего в результате ожесточенных боев в ходе Яско-Кишиневской операции Красная Армия потеряла около 70 тысяч солдат и офицеров. По официальным данным, в результате ожесточенных боев в ходе Яско-Кишиневской операции Советская Армия потеряла более 67 тысяч человек. За освобождение Молдавии удостоены звания Героя Советского Союза более сотни солдат и офицеров. И многие из них награждены орденами и медалями. Наш святой долг чтит память тех, кто не вернулся с поля брани, кто ценой своей жизни отстоял свободу наших народов и мир на земле. Долг сегодня живущих передать это наследие будущим поколениям, чтобы память о жертвах той страшной войны и подвиге наших народов вечно жила в их сердцах. Поиски солдат, погибших в той страшной войне, продолжаются до сих пор. Силами общественных организаций «Август» и «Русский историко-патриотический клуб» в мае этого года на Шерпенском плацдарме состоялось перезахоронение останков 14 красноармейцев, освобождавших Молдову от фашизма. А в 69-ю годовщину Яско-Кишиневской операции прошло торжественное перезахоронение останков еще 24 погибших на этом пятачке земли солдат и офицеров Красной Армии. Как сложно нам, живущим в 21 веке, представить каждый миг, час и день жизни всех этих скромных героев той мировой битвы, когда выбор между жизнью и смертью пронизывал все твое нутро. А выбора между долгом и изменой практически не существовало и не должно было быть. Представить это нам уже, видимо, не дано. Но понять, прочувствовать, запомнить величие того подвига мы просто с вами свято обязаны. Обязаны. Обязаны потому, что мир и свобода, которую завоевали для нас советские воины в августе 44 года, все еще нуждается в защите. Пусть не под залпами вражеской артиллерии, пусть не под катками громыхающих тигров, пусть в подлом обличье государственной измены и примитивного предательства, пусть в ипостаси олигархических мародеров, но противники свободной демократической Молдовы действуют и все еще правят на нашей земле. Именно они, в том числе в эти священные дни, делают все возможное, чтобы вытравить из памяти народной значение и величие победы 1945 года. И тот подвиг, который был совершен тут,
на Шерпенском плацдарме. И сам факт избавления Молдовы от нацистского рабства. Если кто не согласен, оглянитесь вокруг себя, вот здесь, на этом святом месте, и посмотрите, и скажите, вы видите хоть одного члена правительства? Вы слышали в эти дни по телевидению или в каких масс-медийных источниках что-нибудь об этом дне освобождения Молдовы от немецкого, фашистского и румынских оккупантов? Как заявил Владимир Воронин, отступать молдавским государственникам больше некуда. Пришло время опять возвращать стране оптимистичное дыхание созидания, интернационального братства и полноценного современного развития. И это так же, как 69 лет назад, сегодня возможно лишь соединение с нашими самыми искренними историческими друзьями, с Россией, с Белоруссией, с Украиной, вместе с нашими братьями, жителями Приднестровья. Решение о строительстве мемориала воинской славы в местах боев под селом Шерпены было принято в октябре 1985 года, когда на этом месте было найдено и вскрыто массовое захоронение советских воинов. Строительство мемориала началось в конце 80-х, но в связи с последующими событиями, парадом суверенитетов, распадом СССР, строительные работы были прекращены. И только в августе 2004 года под патронажем третьего президента Владимира Воронина мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм» был наконец достроен и торжественно открыт. Как сообщило издание «Экономическое обозрение Логоспресс», Кишиневский международный аэропорт будет сдан в концессию на 49 лет российской компании «Комэкс». Всего к закрытому тендеру было допущено 7 компаний. 5 из них, управляющие аэропортами в Париже, Мадриде, Лондоне, Вене и Хьюстоне, затем сняли свои заявки с конкурса. Осталось 2 участника из России, управляющие компании аэропортов Хабаровске и московского аэропорта Внуково. В итоге победа досталась управляющей компании Хабаровского аэропорта, ООО «Управляющая компания Комакс». Если это так, то она получит Кишиневский аэропорт в концессию на 49 лет. Решение о долгосрочной передаче Кишиневского аэропорта в частные руки было принято правительством в мае этого года. Как заявил тогда министр экономики Валерий Лазар, Кишиневский аэропорт в его нынешнем виде – это не курица, которая несет золотые яйца, а скорее чемодан без ручки. Для того, чтобы это предприятие развивалось, и, извините, оно не исчезло, как элемент и авиационной инфраструктуры в этом регионе, потому что регион очень интересный, идет очень жесткая борьба за пассажиров. И при том, я вам даю совет дружеский, а вы поездите, пожалуйста, к нашим друзьям, в общем, в Стамбул, к туркам, и спросите у них, а почему они сдали в концессию Стамбульский аэропорт? В свое время они пришли именно к этому решению. Я думаю, правильное решение. То же самое сделали грузины с 2 аэропортами, Тбилиси и Батуми. И армяне, значит, наши друзья, македонцы то же самое решили. Почему? Потому что это важное предприятие. И у государства есть 2 пути. То ли оно дает там деньги, то есть идет капитализация нормальная. Мы как единственный учредитель даем им деньги в уставной капитал. Если министр финансов, я говорил и год назад, уважаемые друзья, если у министра финансов есть там где-то лишний миллиард леев для того, чтобы делать вот эти все инвестиции, чтобы аэропорт наш не исчез, как неконкурентоспособный в этом регионе, да, конечно, не надо ничего сдавать в концессию. Но если мы видим, что мы сами не можем инвестировать, и существует риск, что он не будет развиваться, но и другим не даем, это неправильно, по-моему, это как раз не по-государственному. Поэтому это действительно вынужденная мера. Когда в мае вопрос о передаче Кишиневского международного аэропорта в концессию обсуждался на заседании правительства, далеко не все члены Кабинета министров были в восторге от этой идеи. Как заявил Башкан Гагаузии Михаил Формузал, в истории с передачей Кишиневского аэропорта в концессию явно скрываются чьи-то интересы, а также выразил опасения, что после передачи аэропорта в частные руки и так недешевые билеты на самолеты могут существенно подорожать. Я не уверен в том, что цена на билеты еще больше не возрастет. Потому что если я сегодня покупаю билет через Мюнхен на Франкфурт, я покупаю его за 250 евро у немецких авиалиний. А у себя, у собственных авиалиний, я покупаю его за 400 евро. Где гарантия, что это не будет 600 евро? Какой смысл отдавать этот прибыльный бизнес, кому-то отдавать концессию? Пусть даже с хорошими показателями, но еще 5 лет не будет платить налоги. Через 5 лет или падишаха не будет, или еще чего-то не будет там.
По данным СМИ, единоличным хозяином и президентом ООО «Управляющая компания Комакс» нового владельца Кишиневского аэропорта является Константин Басюк. Как сообщает издание «Коммерсант», принадлежащая ему компания тесно связана с группой «Альянс» семьи дагестанских бизнесменов Бажаевых. Согласно решению правительства, за 49 лет частный владелец Кишиневского международного аэропорта должен вложить в его развитие не менее 230 миллионов евро. Российскому инвестору предстоит произвести работы по расширению терминала, модернизации взлетно-посадочной полосы, перрона, системы освещения, дренажа, построить автомобильную парковку, новый пассажирский терминал, терминал карго, а также произвести модернизацию инфраструктуры аэропорта. Работы по реконструкции и обновлению главных воздушных ворот страны должны начаться не позже, чем через 12 месяцев после подписания концессионного соглашения. Новый, 12-й по счету, территориальный пожарно-спасательный пост был открыт в селе Борчак Кагульского района. Кроме самого Борчага, он будет обслуживать и близлежащие населенные пункты Фрумушику и Кёсилиюмари. Таким образом, в зоне охвата нового пожарно-спасательного поста будет находиться свыше 5000 человек. Ne bucură faptul că intenția de serviciu protecției civile în situațiile excepționale de a crea un post de salvatori și pompieri a fost salutată și susținută și de această dată de către reprezentanții autorităților publice locale. Necesitatea creierii în localitățile rurale a posturilor de salvatori și pompieri este una firească și este motivată prin faptul că intervențiile în aceste localități sunt dificile din cauza distanței mari dintre unitățile de pompieri salvatori și localități rurale în care au loc incendii și alte situații excepționale. Am fost chiar uimit și satisfăcut, plăcut satisfăcut de colaboratorii serviciului, cât central, atât și raional, direcția, stări excepționale. Deci de entuziasmul, de dorința lor de a crea ceva. Vă mulțumim foarte mult! Și să, cred că exprim bucuria și sătenilor și a mea personală că totuși acest post este astăzi amplasat aici. Новый территориальный пожарно-спасательный пост был открыт в рамках программы по укреплению пожарно-спасательной службы в сельской местности. Программа рассчитана до 2016 года. Благодаря открытию новых постов время пути для приезда спасателей на место происшествия сократится с часа до 15 минут. Пограничный полицейский, застрелившийся на прошлой неделе из табельного оружия, покончил с собой из-за проблем в личной жизни. Такова основная версия прокуроров. Первоначально, наряду с версией о самоубийстве, следователи рассматривали и другую версию гибели 24-летнего сотрудника пограничной полиции – убийство по неосторожности. Однако после проверки информации с личного компьютера погибшего и беседы с его родными и друзьями, следователи остановились на версии, что молодой человек мог сам свести счеты с жизнью. Как выяснилось, сотрудник пограничной полиции выстрелил из себя из табельного оружия на следующий день после того, как его девушка рассталась с ним и уехала за границу. Инцидент в селе Токузка Ушанского района произошел в прошлый вторник, 20 августа, около 21:30 вечера во время патрулирования границы. Как рассказал коллега погибшего, находившийся на тот момент вместе с ним на посту, погибший пограничник сам выстрелил себе в голову и скончался на месте. Сегодня утром микроавтобус, совершавший рейс по маршруту Криво-Кишинев, попал в ДТП при въезде в селе Новые Михалены в Рыжканском районе. В результате аварии пострадали 9 человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло приблизительно в 10 часов утра. В микроавтобусе находилось 20 пассажиров, среди которых было трое детей. По данным полиции, причиной аварии стало превышение скорости и неблагоприятные погодные условия. В итоге водитель транспортного средства потерял контроль над машиной, и та перевернулась, съехав в придорожный кювет. Трое пострадавших пассажиров были сразу же госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.